Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алексей Чачиц признался в любви к Лизе Триандафилиде. Правда, он боится этих чувств. Он стал ревновать девушку, относиться к ней как к собственности. Алексей сказал, чтобы Лиза перестала общаться с парнями, как она привыкла делать. И приревновал ее, кроме Гриценко, хотя они просто с ним болтали на шоу. На острове любви объявили мораторий на употребление спиртных напитков. Организаторы ввели сухой закон, потому что участники не умеют рассчитывать свои силы. Даша Лымарь из-за этого расстраивается, девушка пишет. Пора сваливать отсюда в страну, где с алкоголем попроще. Я соскучилась по винишку и родным просторам. У пары Андрея Денисова и Оли Жариковой нет будущего. Андрей признается девушке, что у него нет к ней эмоций. Ольга говорит, что она и сама перегорела. На телестройке опять новые правила. Теперь ведущие на острове любви тоже получили право решать, кого выгнать не только с Сейшел, но и с проекта в целом. Недавно на поляну с острова отправился Давид Анташвили по решению Юлии Ефременковой. На поляне парню понравилась новенькая Лена Хромина. Его симпатия взаимна. А Юлия ждет на острове любви Сергея Кучерова. Наконец-то ребята воссоединятся и будут думать о том, принимать ли им участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Еще одна пара рвется на Дом-2 для участия в свадебном конкурсе. Это Ваня Барсиков и Лиза Полыгалова, которые, как вы помните, помирились и отдыхают вместе в Европе. В сети появился кадр из видео с Мариной Африкантовой. Несмотря на то, что Марина недавно справила 30-летие, здесь она выглядит гораздо старше. В эфире показали подводное свидание Марины и Ромы Капаклы. Это свидание войдет в историю проекта как самое красивое за всю историю Дома-2. Ольга Бузова поддержала Сашу Черно после расставания с Осифом Оганесяном. «Моя красавица, люблю тебя, ты будешь самой счастливой, вот увидишь, хорошая девочка моя». Илья Ебаров удивил своих подписчиков. Он пообещал, что больше никогда не появится на экранах телевидения. «Мне не интересно телевидение и средства массовой информации. Я хочу спокойно жить, любить, радоваться жизни». Фанаты Ольги Бузовой переживают за ее психическое и эмоциональное состояние. Мало того, что Дмитрий Тарасов решил узаконить свои отношения с Настей Костенко, так теперь стало известно о грядущем пополнении в паре Дмитрия и Анастасии. Срок пока небольшой, но ребята ждут не дождутся, когда же станут родителями первенца. Юлия и Тигран Салибековы опубликовали фото с празднования Нового года. Многие пишут, что стол скромный, еда выглядит неаппетитно. Еще большей негативной критике подверглась фотография праздничного стола Ирины Агибаловой. Она гордится курицей, которую приготовила на Новый год. Несмотря на то, что незамысловатое кушанье выглядит на ее фото, не очень аппетитно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.